На 9% за месяц выросла величина прожиточного минимума в Северном Казахстане. В августе в ее структуре преобладали расходы на покупку мяса и рыбы – почти 17%. Чуть меньше жители области тратили на фрукты и овощи, а на молоко и яйца – около 13%. Стоимость непродовольственных товаров и платных услуг в июле составила почти 12,5 тысяч тенге. Больше всего средств в месяц требуется подросткам – 34 364 тенге. Меньше для детей до 13 лет – 25 тысяч. В среднем на душу населения величина прожиточного минимума по области составила 27 754 тенге.